Здесь вы видите танки рабочей крестьянской Красной Армии Т-37, Т-26, Т-2, Т-50 и военную технику фашистской Германии. Танк «Панцирь-1», бронеавтомобиль фирмы «Кольт». Экспозиция представлена манекенами, одетыми в форму тех военных лет, а также макетом немецкого полевого штаба. Наши экскурсоводы вам расскажут о трудностях рабочей крестьянской Красной Армии в роковой для нашей Родины период, познакомят с техникой и вооружением.